Суицид? Да. Ну, наверное. Да. Да? Блин, у меня не работает суицид. Знаете, что мне кажется? Это, наверное, щит. То есть, шилд, наверное. Мне так кажется. Блин, ты реально... Всё? Игорь, суицид, говорит он. Там щит, а не суицид, пишет. На гроб похоже всё. Киевская команда Studio Fall. Это интересный канал, где ты сможешь найти переозвучивание различных видео популярных ютуберов в интернете. Это будет действительно очень смешно, увлекательно и, что самое главное, интересно. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Женей и Игорем мы будем проходить крутую карту, где будем угадывать картинки по пикселям. Всем привет, ребята! Да, ребята, всем привет! И мы будем очень рады, если вы влепите большущий палец вверх, потому что чем больше лайков мы наберем на наших видео, тем чаще мы будем записывать вот таким составом прохождения крутых карт. Да, ребята, также не забывайте подписываться на наши каналы, ссылочки будут у всех в описании, вы можете попереходить и поподписываться на наши все каналы, да. И также пишите положительные комментарии, мы читаем все комментарии, на самые интересные мы будем отвечать, так что у вас есть мотивация писать комментарии, ну а вам приятного просмотра. Итак, ребята, через пару секунд мы начнем угадывать картинки по пикселям, йоу. Да, там все... фигня какая-то, а не картинки, мы не знаем эти картинки. А, ну, кто не знает правила, какие-то картинки тут появляются, кто быстрее угадает, тот должен написать, и там удастся больше очков. Сейчас будем угадывать, что это такое. Ага, и это, а я уже... И Питер! Кто? Так, ребята, вы подумайте, а я знаю, что, я знаю... Я маленькими буквами написал, ничего. Это по... Сердце, блин, я репитер реально написал. Какой репитер? Это почка, пишите. Ага. Да! зараза. Нормально, нормально. Я опять проигрываю, это нечестно. Плотничком, так плотничком. В принципе, по первому раунду уже все поняли, что это за игра, что это за карта. Сколько тут раундов вообще? Мне кажется, где-то 5 или 6. Да, и по первому раунду, в принципе, все поняли, что я тут тащу. О, да. Два слова. Это что такое вообще будет? Это у нас... Угадывай. Вы думайте, думайте. Если придумайте, вы говорите громко, чтобы я услышал. Так, что это такое? Носок какой-то. Какая-то чашка. Кто-то знает, я нет. Это буллет. Нет, не буллет. Я знаю, что. Я знаю. Что за, что буллет? А, не это. Пропало где-то. А, так все время закончилось. А, нет. А что это? Сейчас да блин, почему у меня пропал наковальня? Буллет что? Буллет какое? Буллет какое? Нет, буллет... Буллет кто? Кто буллет? Буллет Билл? Не работает. Буллет Сидня, буллет... Буллет Билл какой-то. Да что? Буллет... Я буллет Билл, реально! Реально, буллет Билл! А при чем тут Билл, я не понял? Не знаю, так зовут, подождите, наверное. Подождите, а что такое буллет Билл? Ребят, если вы знаете, что такое... Пишите в комментариях, потому что... Ребят, да. Если вы уже угадываете, вы можете сразу писать в комментарии, чтобы нас поддержать, а то мы реально собрались тут. Буллет это снаряд. Буллет это патрон, снаряд. А это на кучу какашек похоже. Я знаю, что это такое, мне так кажется. Крест. Иисус, Джесус. Это какой-то гроб, что это? Не скажу! Не скажу, мне же нужно выиграть как-то. Скажи первую букву. С. Суицид? Да. Ну, наверное. Да. Да. Да? Блин, я не... У меня не работает суицид. Знаете, что мне кажется? Это, наверное, щит. То есть, шилд, наверное. Мне так кажется. Блин, ты реально... Всё. Суицид, говорит он. Там щит, а не суицид, пишет. На гроб похоже. Так, это же... Это... Я знаю, что это такое. Да как? Да как ты угадываешь? Я не понимаю. Это какашка, он говорит, я знаю, что это. Я говорил, что это пуп, но это не пуп. Что за Гога, что это? Да что ты делаешь?
понял, что это. А, что это? Ну уже хотя бы. Это табличка. Или текст, да? Аллилуйя. Понимаете, а. Как он отгадывает? Те какашки просто падают, он уже, ой, я знаю, что... А, это сигн. Дошло, дошло только еще. Алло, я пишу, пишу. Давай. Ура! Давно я так не смеялся. Так, давай, сколько ты еще уровней? Мне кажется, еще два уровня. Да, что-то я вспотел, пацаны. Ух ты, какой... Нифига себе, это что? Это... Я столько пуков не знаю, сколько там есть. Это суицид. Это поушен какой-то. Поушен. Поушен 100%, но вот какой. Поушен. Там вторая буква R. Ну что, ну да. Ну да, поушен второй. Поушен. Нет! Что? Я не понимаю! Непонятно! Можно я по-русски? Попробуй, попробуй. Хрен его знает, что это такое. Пиво. Пиво. Я не понимаю. Что это? Что это? Что? Как это? Я не слово. Я не знаю. Бреф. Бреф. Дыхание, дыхание, но. А, ну. Что за подвод. Нет, ну подвод. Драгон. Охренеть, какое в жопу дыхание дракона? А, это же новые бутыльки в 1.9 добавили, новые поушены. Которые типа дыхание дракона. Какая. Офигеть, я не знал. Я тоже не знал, что это. Ладно, я затащил первый раунд. Сам выиграл, йоу. Вы довольны? Давайте еще один. Давайте, давайте. Сколько игр будет? Ну, где-то я думаю. Ну, вот это вторая, наверное, хватит. Нет, три. Три, мне кажется, три будет нормально. Я хотя бы в одну должен выиграть, если вы мне будете подсказывать сразу. Хорошо. То есть вы не пишете, а мне слово говорите. Ага, и потом только после тебя пишем. Да, если вообще не писать. Чтобы я точно выиграл. Так. Что это такое? Игорь, угадывай. Ну, это похоже на блоки. Так, это листва какая-то, наверное, да? Нет? Что это происходит? R, R, чё за R? А, я знаю, что это. Да ну! Не, Жека. Успокойся. Притормози, притормози. Нет, нет, Жека, твою мать! Что это? А вы не понимаете? Это, по-моему, самая, наверное, популярная вещь в Майнкрафте. Ну, в смысле, даже не вещь. А вещь в Майнкрафте? Я думаю... А-а-а! Я только сейчас допёр. Вы что такие медленные? Ребятки, ребятки. Блин, я неправильно написал, что? Офигеть, у Жеки 300... Алло, криапер. Да не криапер, а крипер. Там там, а, вообще нет. Е, блин. Какие-то ребята вложки. Я крипер написал. Где? Жека тащит. Жека тащит. 370 очков. Нету обычного крипера вот этих белых штук. Да, вот если бы он реально зеленым был полностью, я бы угадал сразу. Ну так, конечно. Реально текстурка реально такая, там тоже такие белые. Я знаю, что это такое. Да как? Кто это? Марио? Это какой-то покебол, да? Я уже угадал, что это такое. Это покебол. А, это он летсплей, поэтому... Это покебол, конечно. Конечно! Да не, реально, а что это? Это покебол, да? Я вам скажу, только когда будет 2 секунды. Я его выкинул. Да что это? Угадывайте. Это прол. Угадывайте. Да ё-моё, я не смотрел покемоны. Это не покемоны. Ну, Гусром, ё-моё! Только сейчас. Пиши, Жека, я угадал. Неправильно. Опять неправильно написал? Он мне ещё и подсказал. Игорь, Игорь. Ну, похоже на тебя, брат. Охроме, блин. Ну, просто хром написал. Ну, что происходит? Пиши по-русски, Игорь, может заработает. Давайте я буду подсказывать, да, буду базарить. Да, давай, да. Потому что я не знаю, как правильно. 4? Я думал просто хром, а там так, хром. 8. Что за грибка? П. П. Пепперони. Реально на пиццу похоже. Я бы не сказал. Я знаю, что это. О, это реально покебол. Это реально покебол. Вы прям призвали покебол. А как он пишется? Так и пишется. Покобел. Да покобел. Неправильно ты. Покобел. Покобел. Хватит меня троллить. Я реально верю. Это не покебол? Это покебол. Только две L, вот.
Я просто... Красава, поздравляем, игры с первыми 100 очками. Я выигрываю. Снизу вверх только. Первый, а вы пишете быстрее. Это, ребята, понимаю, честно, это ребята, это знаете, как в гольфе. Чем меньше очков, то тот и выиграет. Да-да-да. Так и тут. Так, что это такое? А, ну это... Р, Р. Р, Т. Точно Redstone только, а что? Red. Redstone. Блок не подходит. Redstone пуп. Так, давай ты мне, Одисса, ничего там писать не будешь. Что это? Redstone. А, я знаю. И что это? Я реально сейчас не отстрелю, что это. Так. Что это за говно? Да! Ю-ху! Что это? Redstone ламп, это лампа. Да. Она не похожа на лампу, она красная. А это чтоб понятно было, типа, что Redstone, понимаешь? Красный. Как вы поняли, что это лампа? Реально, если бы вы не сказали, что это лампа, я бы не понял, что это лампа. Это, знаете, футбольное поле похоже. Возможно. Баскетбольное, разве что. Так, два слова. 3-4 Я сейчас на первом месте. Как что? Нет, мои строчков-то, в принципе, это... Ребят, что это? Ну, на кучу говна пока похоже. Подсказывайте. Да я не понимаю, что это за карта, кто ее придумал? Не, ну я типа понимаю, но только... А что за первое слово? Что за первое слово? Я даже второе слово не понимаю. Что это? Это рандомные блоки какие-то. Я понимаю, что три, а что за первое слово? Что за три? Какое три? Какое дерево? Фэт 3, что ли, или чё? Какое оно дерево? Алло! Может такое? Вот смотри. Дубовое? А, ой, точно, блин! Капец! Только может быть такое, типа... Может быть, да, может! Такое? Ну чё вы... Я говорил, это плохая идея снимать эти карты, конечно. Давайте. Может, таки Игорь доберется до... Так, давайте вы ничего писать не будете. Хорошо, в этот раз да. Я заработаю свои 100 очков, выиграю. Так. Ну все, я готов тащить, я готов. И самое главное, говорите, как правильно слова писать, а то я иногда их не... Я буду в чат писать. Да, Эдисон, понятно, зарубежом. Сначала в чат пиши Эдисон, а потом на листике. Эдисон просто за рубежом живет, он лучше английский знает, понимаешь? А, думаешь? Он все время должен его использовать, как он там выживает по-другому. А что за Х? И что за У? Нет, там У нет. Похоже на какой-то, знаете, итальянский флаг, если с другой стороны посмотреть. Да блин, опять ни хрена непонятно. Да как этой игре выиграть? Вообще можно как-то? Когда один играешь, в принципе, можно выиграть, да? Не, вот это я реально не знаю, что такое. Нет. Я знаю. Да как вот тут, как вот... Вот просто как он тут понимаешь, что такое? Что это? Господа... Это флаг, ты угадал, это флаг. А какой? А, мексиканский вроде, да? Да. И чё, я неправильно написал опять? Окей. Ну блин, я, кстати, не знал, как это. Да блин! Я как-то непонятно пишу изначально, я могу даже по клавишам просто промазать, понимаешь? Вот. Это, конечно, печально, как вы так пишете быстро. Не знаю, да, не знаю. Как, откуда ты знаешь, как выглядит мексиканский флаг? Я просто понял, что это флаг, и было первое мекс. А, я, кстати, не посмотрел. Вот, это изи. Экс. А какой экс? Айрон. Все, я знаю. Чё у меня не появляется на эта хрень? А! Так нечестно! Вот так вот, вот так. А! У меня не появлялась эта хрень! Какие простые мне можно... Лёг, как все равно у Эдисона больше-то? У меня не появлялась наковальня, твою что, мать. Реально, а почему у Эдисона больше? Он же позже ответил. Но у меня же перед этим было больше. Так. Три слова? Офигеть. А это все, знаете, какашка. Да. Угадывайте. Я не знаю, вообще понятия не имею. На самом деле. Я вначале подумал, что это типа Death Bash, типа это мертвый кус, как он там называется. Что это? Это похоже на печенье. Хрен его знает. Это реально печенье. Hand...
Hand time. Fire. Нет, нет. Hand. А, это Half-Life, лол! Half-Life 3! Блин, я 3 неправильно. Это реально Half-Life, офигеть. Я 2 Е забыл. Я одну написал. Ну что? Офигеть, какой Half-Life? Какой в жопу Half-Life? Я согласен с Игорем, какой это в жопу Half-Life? Нет, кстати, там... если присмотреться... Да, немножко... да, там было 3, там было 3, если присмотреться. Да нет, там логотип, вы чё? А я не заметил, честно. Понятный, понимаешь? Непонятно. Ладно, ещё одно слово, два слова точнее. Так, я надеюсь, что у вас сейчас вылетит Майнкрафт, и я, в принципе, выиграю. Не знаю, честно, не знаю. Блин, вот что это такое? Да что это такое может быть? Что я не понимаю? Невозможное просто. Я знаю, что это такое, но как это сказать? Это, короче, рамка. А, как? Я понял, что это такое. Спасибо, Игорь. Item frame. По идее, должно быть. Как вы так быстро пишете? У меня еще лишних бумажек что-то дохрена, я не понимаю. Почему ты все... Ну как? Ну блин, я не могу тебя догнать. Какого хрена, Эдисон? Я угадываю быстрее, а вы пишете быстрее. Это нечестно. Не знаю. Это последний уровень. Последний раунд. Что? Если я сейчас угадаю, никогда не скажу. Если ты угадаешь быстрее, чем я, то выиграешь. Что это? Это эти ножницы. Да нахрен ты это сказал, дебил! А как они называются? Ну ножницы так и называются. Он уже написал, он уже написал. Что с? Да я перевидел, и все равно ты. Нет. Не нравится. Да ну блин, ну я же перевидел, угадал. Угадал, я угадал. Игорь. Камда. Умри. Ломаемся. Ломаем. Спасибо, Игорь, за подсказочку. Нет, я понимаю, я угадываю все, но это невозможно написать. Я не знаю, как ножницы по-английскому. В принципе, написать так ножницы. Ну что думаете? Будем заканчивать? Да, можно закончить. Говнище карта. Ребята, вот назло ставьте лайки, чтобы набралось больше лайков и чтобы мы опять с Игорем записали эту говно карту. Нет! Так. Ставьте лайки, но не пишите, чтобы. Я прыгаю из окна, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все, пока. Пока, ребята, не забываем про лайки. Давай.